Красотка. На суше друзья. Логинов и Золотницкий, однокашники. Училище Фрунзе. Ах, вот оно что. Значит, друзья-соперники. Противники море. Мы сейчас для торпед Логинова отличная мишень. На что они готовы пойти ради победы? Так чего же ждете, Логинов? Стреляйте! Бить лежачего. Такая победа мне не нужна. Игорь Старыгин. Атака подводной лодки реактивными бомбами. И Борис Щербаков. Стоп-моторы, боевая тревога. Есть стоп-моторы. Слушать в отсеках. В фильме «Слушать в отсеках». В субботу в 17:05.